значит, как на берегу Черного моря сидит семья. Сидит семья, мама с внуком сидит, и внук смотрит пароход. Лайнер идет белый, и написано «Сергей Есенин». Он говорит: «Бабушка, а кто такой Сергей Есенин?» Она говорит: «Ой, как тебе сказать, вот вертелось тут вот это, как это, ну, Сергей Есенин же это, ну, как это, сейчас, подожди, Сергей Есенин». Сидит рядом толстый одессит: «Если не знаете, так уж не говорите. Слушай, мальчик, Сергей Есенин — это бывший Лазарь Каганович».